Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Дариди. Вот, мы продолжаем играть во всякие игры ВКонтакте. Сегодня поиграем в игрушку Бездна, это новая игрушка. Вот ВКонтакте, давайте выберем, за кого будем играть. Так, давайте за прекрасную леди поиграем. Бездна, а, это MMORPG в стиле Диабло, как там было написано. Давайте посмотрим, будет интересно ознакомиться с игрой. Этот подарок — это ключ к выходу из берез. Так, сейчас я звук выключу. Так, ну что ж, я не понял, как выключать музыку, поэтому надеюсь, YouTube нас пропустит. Так, мы играем вот за такую прекрасную девушку. Так, здесь, ну-ка, надо отдалить экран немножко. Так, ну ладно, давайте пробежимся, посмотрим, что тут вообще есть такое. Подсказка. Кнопочка 1 — это у нас снаряд. Прикольно. Реально похоже на Диабло, ну, по системе. Ну, правда, графика не очень хорошая. Все-таки это браузерная игра. Так что прям идеального качества ждать пока что, ну, нельзя. Ладно. Ну что ж, пойдемте дальше. Зато игрушка оптимизирована. Так, нам нужно идти по стрелкам, значит. Так, я навожу курсором мышки на врага и жму единичку, чтобы выпускать снаряд. Так, можно, конечно... Не, единичка лучше, это, видимо, тратится мана. Ну-ка, есть еще пробел. И что это значит? Так, ладно, идемте дальше. У нас немножко жизни. Давайте подлечимся. У меня же есть 20 микстурок. Ух ты, нифига себе. Так, что-то я подобрал. Нифига себе, какой-то прекрасный посох. Апета, плюс один. Плюс 15 к чему-то дают. Ладно, не будем обращать внимания. Пойдемте дальше. Ну-ка, кнопка 1. Это такой вот снаряд. Я думаю, это круче снаряд. Тут что-то все какие-то слабые. На вид очень, очень грозные, а на деле слабаки. Ладно, я думаю, дальше будет намного сложнее. А, ну это якобы у меня... Я так понимаю, якобы я очень сильный герой. Или нет? Так, хотя уровень 3, да, у меня, по-моему. Так, есть такой простой удар. Но он тоже очень эффективен. Убей босса. А, вот, я могу на авто включить. И просто наблюдать. Давайте поближе подойдем. Вот он, босс. Блин, так я не посмотрел его. Я думал, он был брутальный. Это какое-то дерево было, короче. Интересно, ладно, давайте пойдем дальше. Иди к месту следующей цели. Так, куда-то мы телепортировались. А, это место запечатано... Барсаком, время поджимает, надо убираться отсюда, воспользуемся моментом. Хорошо, подожди, как же ты не видишь? Так, что я не вижу? Убей всех монстров и покинь зону. Так, включаем на авто. Ух, такие дракончики тут. Так, есть кнопочка 2 также у меня. Расход мана 30. Это мало дает, но это, ну-ка, можно прочитать. Блин, давайте сначала отойдем, прежде чем прочитать. Так, собери тайную энергию и выпусти в область, расположи курсор. Очень огромный урон врагам наносит. Так, справились, отлично. Так, ну это много маны занимает. Время перезарядки 1 секунду. А, вот, она и тот снаряд выпускает, и другой. Если когда мы даже на авто. Так, можно игрушку развернуть? Ух ты, какие мощные тут всякие демоны летают. Кошмарный волкодав. Ну-ка. Она все равно у меня на авто.
Авто можно отключить. Ух ты, нифига себе. Здоровья какой, владыка кошмаров. Какая жесть. Давайте включим авто. Что-то не так с этим столбом. Он не должен быть здесь. Иногда столб — это просто столб. Вот такая наша девушка симпатичная кружится. Так, видимо, нам нужно немножко подождать. Так, в этот раз враг очень силен. Настарайся. Так, ну старейшина создал с помощью адского пламени крылья, которые сильно увеличивают его мощь. Скорее забирай хорошую вещь. Так, ладно. Можно идти по стрелочкам. Вообще можно тут гулять свободно. Ну-ка, я назад могу вернуться? Нет, назад, к сожалению, нельзя. Так, ух ты, там кто-то уже ползает. Довольно-таки интересно, такие монстры очень забавные. Так, кто-то тут, значит, выиграл прекрасный шлем ритуала. Шлем можно усилить до плюс 15. Видимо, крутой шлем. Сундучок давайте откроем. Ух ты, как тут много всего интересного. Плюс какие-то наручники. Так, ну действительно немножко чем-то напоминает Диабло, нифига себе. Тут реально, смотрите, какие монстры. Вот единственное, за монстры разработчикам респект, потому что монстры реально крутые. Только я не понимаю, почему такие монстры такие слабые. На вид они очень грозные и опасные. Так, новый... У нас новый же... Так, новый посох появился. Ладно, давайте нажмем на авто. И убьем всех наших недоброжелателей. Какие же вы страшные все. Ёлки-палки. Как она их не боится? Смотрите, она с одного удара всех их бьет. Хотя они реально такие здоровые. Такие здоровые и опасные. Так, у меня уже, я так понимаю, 7-й левел. Кто это? Ух ты, какой здоровый. Так, мы тебя все равно победим. Так, кнопочка 2, видимо. Так, я теряю контроль, скорее уходи. Это моя тренировочная площадка. А кто-то вторгается сюда. Тут опасно. А я не боюсь. А, неважно, тебе надо уходить. Дотронься до тех столбов, так ты активируешь телепорт и сможешь уйти отсюда. Так. Ух ты, тут опасно, тут лава, смотрите. Так, ну наша героиня легко пробегает это место. Так, снять печать клон. Давайте попробуем снять печать. Так, это где-то оттуда, да? И как мне ее снимать, интересно? Нажмите на колонны. А, это только одна колонна. Вот, я так понимаю, это вторая колонна. Вот нам будет третья колонна. И четвертая колонна. Сейчас мы снимем печать. И нужно войти в портал. Давайте прямо сейчас это сделаем. Так, ну что ж, вход осуществлен. И мы, видимо, сейчас где-то окажемся в интересном месте. Так, имеем... Так, именем владыки пламени Барсака я уничтожу тебя. Хватит болтать. Для начала попробуй мою кару. Так, давайте авто отключим. Ух ты, вот он, владыка пламени. Сейчас мы тебе закажем. Так, сдадим жару. Так, кнопочка В, значит. А, лечиться. А он сильный. И ты ищешь смерть, жалкое насекомое. Я ищу твою голову, дракон. Вот такой вот дракон. Очень эпичный. Хватит ли у тебя смелости уничтожить... Так, схвати смежести... Смежести. Нежности. Хватит тебе нежности. Забавно. Так, ладно, не будем шутить. Хватит ли у тебя смелости ничтожества? Сейчас ты увидишь это. Смотри сюда, это же легендарное. А вот в чем их план. Какой план?
Будь осторожней, это всего лишь иллюзия святого оружия. Я не боюсь иллюзий. На эту иллюзию была наложена магическая печать. Когда ты берешь в руку святое оружие, оно впитывает в себя свою энергию. Твою энергию. Как жутко. Итак, я уберу эту иллюзию, тебе нужно найти настоящее святое оружие и убить того, кто задумал все это. Я сделаю, поверь мне. Сделаю так, как ты мне прикажешь. Жалко, насекомое, тебе не уйти, ты будешь смотреть этот сон вечно. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, я начинаю злиться. Не волнуйся, я вытащу тебя отсюда. А как же ты? Я справлюсь. Ступай, дитя, найди настоящее святое оружие. Так, подожди, я хочу тебе помочь. Так, и меня куда-то телепортировали опять. Не знаю, куда. Но игрушка реально добротная, ребят. Вот, очень интересная. Так, добро пожаловать в Даунтаун. Так, то путешествие начинается отсюда вперед, в светлое будущее. Начинаем приключение. Так, значит, вот это я в городе, значит. Тут снежок идет. Очень так прикольно сделано. То есть начинается она с большого снега и падает вниз. Забавно, забавно, правда, действительно круто сделано. Так, также у меня питомцы. Вот, потом будут. Ладно, давайте выполнить уже задание. Так, ну что ж, у меня снова появилась идея величайшего в мире изобретения. Новое задание. Так, очень приятно увидеть тебя, воин. Ты все-таки проснулся из мира снов. Кажется, ты есть тот избранный, о котором говорил предсказатель. Позвольте поинтересоваться, что это за место? Доступный навык. Интересно. Тут много еще чего откроется, пока что нам доступно общение. Так, вся информация о персонаже и связанная содержимое рюкзака. Содержимое рюкзака, ну что ж тут. Старый капюшон? Так, я не понял, он... Старый капюшон. Испорченный капюшон. Намного хуже. Я так понимаю, лучше его одеть. Ну-ка, давайте еще раз туда вот зайдем. А, плюс 6, смотрите. Он пишет минус 6. Одеваем вот этот. Плюс 6, отлично. Это нам не нужно, давайте его в сторонку отложим. Старые башмаки. Старые башмаки у меня намного лучше, я так понимаю. То есть это нам не нужно. А, скипетр. Так понимаю, скипетр мне тоже не нужен, мне более крутой. Так, ну сундучки мы потом откроем. Давайте идем по заданию. Найти распорядителя. Нет ничего важнее доверия к товарищам. А это место называется Древняя Заря. Все воины, приходящие испытания, царство грез, приходят через это место. Ты здесь, так, не первый человек, и не кто-то там. Так, оказывается, я уже успешно прошел испытание. Так, нет ничего так важнее доверия к товарищам. Я совершенно не могу принять тот факт, что ты наш спаситель. Я думаю, что у того старика-предсказателя небольшое помутнение рассудка. Однако некоторые... Так, вот чего я хочу... Так, не хочу, так это быть спасителем. Так, ну что ж, идем по заданию. Да прибудет с тобой сила богини. Давайте выполним. Вон царство грез подтвердило свою силу. Тем не менее, похоже, твой разум не очень просветлен. Неужели это царство грез причинило вред тебе? Так, ну ладно. Вы можете на паузу нажать, почитать. Давайте посмотрим, что просто там будет дальше. Мне интересно.
Так, не стоит переживать, справедливость всегда одерживает победу над злом. О, Спаситель, снова имею честь тебя видеть. Теперь тебе по силам потягаться с тем парнем. Наверное, ты сможешь быть для него закуской. Ха-ха-ха. Так, тем не менее. Почему-то не до конца у меня написано. Ну-ка, если я разверну, допустим. Я думаю, эту игрушку лучше на развернутом экране играть. Можете писать в комментариях, как лучше это делать. Так, вот такая вот карта, значит, яма для отходов. Давайте войдем. Там уже будем сражаться. Ледяной дракон запечатал клинок раскола, присвоил дыхание ночи и превратил леса в... Так, что-то там. Ну, только переписка идет. Диалог. Вот, вы можете почитать. Довольно-таки интересный. Просто на видео уже проще читать. Можно нажать на паузы и ничего не пропустить. Так, ну давайте попробуем пройти. Ух ты, там их много, видимо. Так, отлично. В случае опасности у нас есть кнопочка 2. Она бьет по массе, я так понимаю. Ух ты, как вас много же. Зато можно много денег заработать. У меня аж 22 тысячи. Очень-очень-очень хорошо. Так, ну в крайнем случае у меня даже микстурки есть, так что мне ничего не грозит пока что. Пока что мне все хорошо. Довольно-таки интересная игрушка. Не знаю, мне она понравилась. Кажется, крутая. Ух ты, с одного выстрела всех. Ну что, что вы мне скажете? Я вас одной левой. Так, а... Типа это более крутая маска. Ладно, не успели ее надеть. Так, ну ничего страшного. Первоходец. Убили сами первоходца. И продолжаем путешествовать. Ух ты, блин, смотрите, они как-то клонируются. Так, там все, видимо, сейчас злобный негодяй появится, главарь. Ух ты, вот он, действительно, местный правитель. Большой. Сразу видно. Вот он. Черепчик Зин. Да, она какой-то. Ух ты, блин, тут еще какие-то гопники. Точнее, это, я хотел про зомби сказать. Какие-то зомбаки тут. Так, ну все, по сути, я справился. Давайте вернемся. Откроем сундук. Так, неплохо. Давайте найдем старосту. Нам дали здание. Я думаю, ребят, мы еще продолжим в эту игрушку играть. Вот игрушка, мне кажется, интересная. Достойно. Пишите в комментариях, что вы думаете. Мне кажется, крутая игра. Вот, и стоит продолжить с вами ее изучать. Вот кузня какая-то. А, старый посох. Давайте попробуем усилить его. Отлично. Давайте еще усилим. До 5 раз можно? Все, максимально мы его усилили, посох, теперь нам будет проще. Ладно, ребят, давайте с вами завтра доиграем. Вот с вами был Даридия, эта игрушка была бездна MMORPG. Всем понравится, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на мой канал, мы с вами продолжим обязательно играть. Пока что всем удачи, всем до скорого, пока-пока.